Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, go, still go, go, still go, 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 still go. Thank you.
I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play. Всем привет, ребят! Как вы видели, попробовал первый раз я в Idle Heroes четвертую глубину, в Башню Грез. Впечатления, ребят, ну такие противоречивые, похожие впечатления были при переходе со 101 уровня в Вратах Королевств на 102. Там прям как будто на порядок сильнее становятся мобы. Здесь точно так же, такое уже рубилово было. С первого раза не везде пройдешь, особенно в боссах получилось только 5-го более или менее закрыть. Сейчас сбросились у меня, точнее попытки появились. Ребят, попробую сейчас еще пару раз и буду делать выводы. Но, скорее всего, пока на моем уровне глубина 3 вполне комфортно. Можно проходить спокойно полностью локацию и забирать, самое главное, ребят, вот эти вот итемки на создание наших сокровищ, они мне более сейчас интересны. По материалам прям сказать, что существенная разница, я не могу, и с такими усилиями это проходить, оно того не стоит. Здесь, ребят, здесь, по-моему, здесь веса получает разлом как самый слабый. Сейчас попробую пару раз ударить. И остальные тоже. Но было, по крайней мере, когда я первый раз пробовал, ну прям совсем тяжко. Сейчас вот так вот сделаем. Хотя такая формация мне, ребят, максимально не нравится. Вот от слова прям максимально. Потому что одна ульта проходит. Если контроль не пройдет, это будет швах. А скорее всего он не пройдет. И это одна из особенностей как во вратах, ребят, так и в глубине. Ну да. Так и в глубине четвертой контроль очень плохо срабатывает. А без этого, ну, прям на одном дамаге не вытянешь, ребят. Вроде кажется, и неплохо пробиваешь. О, сейчас вроде нормально. Но здесь еще, блин, контратака жесткая от королевы. Пробовал ставить напротив королевы. Тоже не сказать, что прям мед. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ну-ка, держаться, может это наш счастливый звездный час, контроль работает, пожалуйста, разломик, ну-ка, еще один, давай, ай-яй-яй-яй, еще один закрыл, но эти страдания, они того не стоят. Здесь бронебойная пенни, почему-то, если я помню хорошо, ребят, наверное, сейчас еще вот этот попробуем, и на этом будем заканчивать. Вот здесь во вторую пенни разлом идет.
И тоже прям здесь контроль не срабатывал от слова совсем. Сейчас пару раз попробуем. И будем подводить итог. Ну да, почему на ней, блин, стоит, наверное, как на персонаже с минимальной ХП, ну прям жестко. Жестко, и да, и все, и контроль не сработал. Две ульты прошло, ребят, ни одного контроля. Сейчас меня разберут с моды, меня сейчас разберут вообще налегке. Но, в принципе, если опять божественный рандом какой-то поймать, чтобы ульта прошла нормально и хотя бы, ну, осмодов законтролила, тогда, я думаю, шанс есть. Сейчас еще разик попробуем. И дальше уже за кадром буду пробовать. Нет смысла тут это сидеть бесконечно страдать. Ну, выбили мы вторую пенни. Но не осталось в живых, даже Дрейка не осталось, чтобы нам как-то помогать. Ну, в общем, такое впечатление, ребят. Вот разница существенна между третьей и четвертой глубиной. Такая же вас ожидает во вратах королевства между 101 и 102. Я вот до 103 дошел, но решил на 101 там бить. Надеюсь, видео вам будет полезным, понравится. Всем хорошего настроения, ребят. Мирного неба над головой. Всем бобра добра и до новых встреч.